В общеобразовательных учреждениях проводят мониторинг качества питания. Мнение о вкусе и качестве блюд спрашивают у учеников и их родителей, которые имеют право приходить на дегустацию. Свою оценку школьному завтраку дал и глава городского округа Люберцы Владимир Волков. За пару минут до перемен в буфете школы номер 8 начинают накрывать столы. Сегодня на завтрак рисовая каша, бутерброды с маслом и горячий чай. То, что надо для плодотворной и успешной учебы. Больше всего мне понравилась рисовая каша, которую нам сегодня давали. Тебе силы, и в ней очень много витаминов. Когда мы пьем чай, нам дают вкусненькое покушать с чаем. Охват горячим питанием в этом образовательном комплексе составляет 92%. Вопрос качества и вкуса школьной еды всегда на первом месте. Учитывается мнение каждого. Питание очень вкусное, калорийное. Детям нравится. Мы пообщались как раз-таки с учениками третьим классом. Всем нравится и завтраки, и обеды. И самое приятное, что и родители с нами присутствуют. Также тестируют, пробуют, чем кормят детей. С 16 по 18 января в учреждениях образования Московской области проходил мониторинг качества школьного питания. В городском округе Люберцы 98% опрошенных дали положительную оценку. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.